Добрый день, дорогие мои друзья! Вы находитесь на канале «Кройка и шитье» Галины Коломейко. И мы продолжаем с вами обзор тех моделей, которые вы предложили разобрать в швейном клубе в телеграм-канале. Ссылочка на телеграм-канал будет представлена в описании к этому видео. Итак, мы добрались до вот такого вот комплекта. Это троечка. Здесь вы видите жилет, брюки и какая-то рубашка. Ну, что сказать? Конечно, сказать, что это любимый мой комплект, это не сказать ничего. Здесь он представлен вот в таком вот строгом варианте, да, черно-белом варианте. Но это может быть ведь любое решение, цветовое, идея. Мне нравится вот эта идея, потому что жилет удлиненный и вот эти брючки, они создают вытянутую вертикальную линию, объединяют цветом плечи и до самого низа, до пола. И какой бы вы полноты ни были, это всегда сделает вас уже, потому что это сразу создается вытянутый прямоугольник, нами с вами вот так вот любимый, да? Мне что еще здесь нравится, что здесь нет застежки, что застежка на жилетике в стык идет, да, подойдет любому самому-самому, как говорится, особенному человеку. Какие здесь прибавки? Прибавка по груди на рубашке, допустим, я бы сделала сантиметров 5-6. Прибавка по бедрам для рубашки сантиметра 2. Большую делать не надо, потому что тогда она будет лишней для того, чтобы носить ее с жилетиком, да. Прибавка по рукаву сантиметров 5-6, чтобы было комфортно. Рукавчик 3 четверти. Вточной. Смотрите, тоже наметился залом. Мы это ярко видим на левом рукавчике, да, у нас справа находится. Значит, высота оката рукава здесь не то, не сё. То есть это еще не рубашечный рукав, но и не вточной в чистом виде. Хотя посадка по окату рукава обязательно присутствует. То есть если вертикальный диаметр проймы, например, у нас 20 сантиметров, 21 сантиметр, то головка рукава на 4 сантиметра, может быть, на 3, 4, а то и 5 сантиметров может быть меньше. Но не уничтожайте совершенно посадку по окату рукава, чтобы получился именно вот такой вот вид. Ее нужно уменьшать для полных рук особенно, да, но не убирать окончательно, потому что если уберете окончательно, этот залом будет более выразительным, будет больше. А здесь есть и посадка, и вот такая вот красивая форма. По жилетке прибавка по груди, я думаю, сантиметра 4. 3, по бедрам сантиметра 3, жилетка практически прямая. Ну, а брючки – это наша базовая конструкция. По талии, по бедрам, я думаю, может быть 0 или 1 сантиметр, да? И достаточно свободными старайтесь сделать брючки. Брюки подойдут сюда любые, и палаццо, и прямые, и раскрешенные, кому идет, и так далее. Вот такой вот любимый комплект. Продолжение следует.